Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня, значит, мы будем ставить нормальные гусли. Ребята не слетают на тракторах. Немножко я их там доработал, там точку прописал, зацеп еще одну. Отрегулировал прицеп, грузится, загружается, разгружается. Значит, поменял мотор. То есть, он там однопередачный был. Сделал несколько передач, значит. И покажу сейчас. Давайте запустим мою спинку, да? То есть у меня стоит SpinTires Plus мой. То есть любой полигон заводим. То есть, да? Вот я включаю. Вот я полетел. Все летает у меня, все офигенно. Это стоит мой SpinTires Plus, да? То есть у меня тут урон, лебедка подальше и все такое. Значит, мы выходим, ребята. Первым делом, у кого стоит SpinTires Plus, который вам надо, да? То есть вы его обязательно, вот он. Вот этот, Ctrl зажимаете. Второй. Например, копируете куда-нибудь сюда на рабочий стол. Сделайте папочку там, например, создайте там SpinTires Plus конфиг. И туда это все запихните. Так. Значит, второй вопрос. Ставить будем трактора. Так, вот у нас будут тут гусенички. Там они идут с патчем. То есть будет такой архивчик, скачайте, будет DT75 и T74. Значит, тут пояснение идет, ребята, чей мод, кто там чё, кто патч. Естественно, доработочку доделал немножечко я. То есть изменил. То есть тут написано, без патча моды работать не будут. То есть надо по-любасу их устанавливать. Моды это вот. Это получается тут SpinTires с конфигом, да, и вот еще какая-то шляпа. Это мы копируем. Значит, вставляем, вот корневая папка с игрой у меня, вот видите, Common Steam SpinTires, Common SpinTires, то есть стимовская фигня, да. Тут и мой стоит SpinTires, но я его выкинул, чтобы потом заменить. Так, и вставляем. То есть за замены я ставлю, у кого тут его нет, этого SpinTires Plus, то просто у вас эти три файла перелетят, так. И дальше папочка медиа. Заходим в папку медиа. И вот эту всю балду копируем. И вставляем. Так, все есть. Это нам не надо, это из архива вытаскивал. И запускаем. Конечно, чистим кэш. Да, и запускаем спинку. Это у меня выскакивает рычаг передач. Не переживайте, все, можете скачать видео, посмотреть. Все работает в мультиплеере, можете установить. Мне лично не мешает лишний раз окей нажать, и все отлично, без ультов игра работает. То есть, кому интересно, можете скачать такой рычаг. Значит, версия, как всегда, у нас 0.3.0.3.16, лицуха. Ну, у кого там пиратка, ссылки, ребята, найдете в группе, в разделе ссылки. Значит, под видосами, под репостами, в разделе товаров группы. То есть, что бесплатно, там 0.0.1. Одна копейка стоит, значит, что не бесплатно, значит, так. Значит, нормальный ценник там стоит, там Сереги пасечник моды. Так, ставим. Прибедить. Давайте, да, на полигоне погоняем. Я, конечно, гонял. О, соединение с сервером, шляпа какая-то. Ну и что за беда? С интернетом что-то у меня тут сегодня тупняк. Давайте выйдем, опять запустим. Тупи слегонца. Это не из-за этого, не из-за ошибок. Ух ты, моя. Так. Вот, значит, ребята, появились мы на полигоне. Камеры, видите, уже нету. Так, ну день и ночь у меня, слава богу, остался. Так, и давайте создадим. Значит, создадим. Давайте 74-ку, да? Т-74. Значит, поставим. Оп, все стоит. Слойник звук присутствует. Сейчас мы заведем и сразу заглушим. Заводка очень долгая, ребята. Вообще опухнуть можно. Так, блин, крас там молотит. Ну-ка. Сейчас мы вообще удалим. Ну-ка, создать. Крас пошел. Пень. Вот, все, крас не тарахтит. Давайте, ребята, заводиться. Послушаем звучок. Время заводки. Опухнет ждать, конечно. О, начинаем маслать.
Сейчас уже ведется почти. Разродился старичок. Значит, управление тут такое бешеное. Дифференциалом, короче, когда включаешь, поворачивать вообще невозможно. То есть он едет тупо прямо. Но это если забуксовали где-то, можете по прямой там вперед-назад диф включить, выехать. Да ядрен батон. Продолжим. Так. И все, и давайте поедем, посмотрим, погоняем эти гусли. Вообще реально не слетает. Рука, правда, через дверь пролазит, но это ничего. Первые путевые гусли, поэтому, по крайней мере, у нас тут. И все, ребята, гусли ведут себя в адеквате, в полном вообще, смотрите. То есть останавливаемся, поворачиваем. Видите как? Левая притормаживает, правая крутится. Наоборот, ничего не слетает. Камни попадают туда, под трак. Туда, к шестерням. Проскакивает, прокручивает, выплевывает в итоге. Но густо не слетает, ребята, однозначно. Скорость, видите, 7 передач я накручу. Прет адекватно. Сейчас давайте по камням где-нибудь забуримся. Камера в салоне. Так, все, едем в камни. Сейчас что-нибудь там по любасу тут должно попасться. Намотаться на гусли. Я уже просто катал, наматывал. Что, ничего не попало? Странно. Если где-то я находил камушек, так что он у меня застревал. Да найдете. Наверняка. Подвисает FPS, конечно, немножко, но у меня комп мощноватый, поэтому, ребята, все тащит нормально. Как бы сильно. Ради первых нормальных гусей, которые не слетают, как бы я бы с удовольствием скачал бы этот мод. Ссылочка будет под видео на канале, значит, и, естественно, в группе со мной. Тут все отлично, гусли сумасшедшие. Все, привет. Звук, конечно, не ужасный вообще. Могли бы парни, конечно, повеселее чем-то найти. Подобрать. Я уже просто сейчас не буду заморачиваться, но звук. Летит просто, а не ползет. Тут можно врубить понижаечку, ребята. Вот, блин. Нажал, да не то. Как обычно. Понижайку. Вот, пожалуйста, можно на понижаечке ехать. Повышаечка. Ну, поедем на автомате. Не люблю я эти перетырки. Только так. В экстренных случаях, скажем так. И все, ребята, в принципе. Буксовать я на нем как бы не буксовал. По большому счету. Но можно врубить дифференциал, вот я крутился слева вправо, да. Можно сказать, он вообще не поворачивает. Диф выключайте и все поворачивается. Специально бы накрутил, ребят, скорость, потому что вообще там не сильно не ехал. И сейчас давайте вот будем тут пынять его на седьмой передаче. Обязательно установочку сделайте, как я вам показывал. И все, и будете гонять на реальных гуслях. Все, он, видите,
Все отличненько. Лево, справа. Я говорю, я столько его не гонял, даже бревно загонял туда под траке. Ничего, гусь не на месте, короче, ребята. Также вот, ребята, присутствуют, значит, аддоны. Так, впереди точка зацепа присутствует, видите, поставил. То есть, если что, можно спереди, сзади там дернуть. Так, гараж. Значит. Так, это у нас, походу, исходными файлами еще, поэтому подтупляет, ребята. Значит, у нас типа ремонтные части, емкость цистерны 500 литров, полтора ремонтных очков, 4 очка гаража, то есть прицепили, поехали в гараж, открыли, вот так вот, такой балдой. Да не, прикольно, прикольно, конечно. Есть, конечно, гусли еще лучше, но у нас пока их нет. Значит, присутствует прицеп такой на 2 очка гаража, ой, гаража, бревен. То есть берем прицеп, загружаем короткими бревнами, видите, 2 очка загрузки. То есть можно разобрать уже, ребята, открыть гараж. Солярка есть, ремонтные части есть, дрова есть, карту пройти можно. Значит, скидываем, скинуть груз. Подправил, он тут, ребята, не загружался обратно. То есть я подправил его, скинуть. Все отлично теперь. Можно манипулятором машиной любой, там, или трактор манипулятором взять, загрузить. Также еще есть нога у нас. Где нога? Три. Есть нога. Отцепить прицеп. Отцепили. Прицеп остался. Так, отъезжаем. Даже не отъезжаем, просто поворачиваемся. Гусли точно не слетят, это однозначно. Я говорю, я его сегодня шпылял. Так, ну, естественно, дефолтные. По одной тележке, значит, все ставится. Сейчас вот проверим загрузку. Бортовой прицеп. Короткие, загрузились. Кинули. Ну, дефолт, он есть дефолт, как бы. Так. Прицеп, да, снять. Так, давайте сейчас все. Тележка, фургон. Все, ребята, дышло прям офигенно попадает. Парков. Ну и вот такая тележка. Да. Берем, давайте ставим этот прицепик, отъезжаем в сторону. Я еще сделаю билборд на них, чтобы как бы вам удобнее было. Да и приятнее будет, я думаю, не просто черная окошко, а билборд будет на трактор. Парит он, ребята, вот сумасшедший вообще. Сейчас отгоняем в сторону. Давайте вообще его обгоним туда, просто чтобы скрин потом форму. Тятелись, говнище прям его манил на нем. Адекватно, он вообще, я говорю, не ехал, как я его крутанул или гонца, потому что дефолтную карту, блин, разгружали там 100 лет, наверное, проходили. Так, все отличненько. Опа. Все обалденно, парни, здесь я работаю. Пофиг, что ТПС проседает, ничего страшного. Видите, все варит просто на ура. Седьмая передача. Состояние, давайте глянем. О, 15, 16, 17. Так что самолет, короче, а не трактор. Вот оно как получается, парни. Так. Давайте ставим сюда. Так, конечно же, ребята, что делаем? Глухим, наверное, да? Ну-ка. Тишина в студии. И, ребята, делаем еще. Создать. 75-ку. Вот она у нас 75-очка. Добавить, пересесть на нее сразу. Чпок. Так, ну заводите, ребята, такая же долгая заводка у нее. Значит, прилепил еще лопату. Немножко корявенько вот тут, конечно. Но, блин, трактор без лопаты, это не трактор. Хотя бы один из них лопатой должен быть. Немножко тут оно все, конечно, кривое. Пытался я поровнее, но как мог, так и поставил, короче.
Так, лопата функциональная, то есть все. Поднимает вверх, опускаю вниз. Ничего, что входит в землю, все отлично, камни тащит. Значит, также у нее, ребята, те же самые прицепы. То есть этот прицеп для разной части, да? Прицеп с дровами, бортовой. Так, погнали, там у нас прицеп стоит, сейчас мы его прицепим. Также, ребята, шпынял его, блин, гусли на месте. А, давайте сначала поедем камни по шурум-бурум, конечно. Где-то я тут их видел. Канал выдвинем. Ну-ка давайте опускаем лопату. На лопате, ребят, тоже точка зацепа есть, если что. Мало ли кому. Три спичек. Все, погнали. Начнем с пиндоса. Ну, ребята, пиндос у нас пошел в сад, короче. Управление, как надо тут поднамастыриться, конечно. Ставим лопату, погнали, тут у нас камни есть. Будем ехать собирать камни, пожалуйста. Вот, ребята, камни летят в разные стороны. Камни адекватно, ребята, видят. Вперед, тащи. Сейчас что-то его подкидывает вот так вот жестко. Вот так, в принципе. Давайте даже понижайку включу. Вот. Он на автомате как шальной, ничего себе. Ребята, валуны собирает, видите, как цель стоит. Даже скринули, как сотни. Так, давайте. Окей. Скринули. Все, пора тащим. Чтобы вам реально было видно, что он собирает лопату, я говорю. Все нормально, грибет. Деревья-то у нас прикреплены к земле, я упал. Ну ладно. А, блин, я на понижайке ездил. Блин, а что он назад не едет? Блин, все, сломался трактор-то. Е-мое. Да, ладно, прям тут через все это. Пересадок мог поломаем. Все, ребята, видите. Крутит, крутит. Нормально, елки ломают. Вот это вот это все как положено, все есть. Сюда, тут камушки. Ой, уже и камни насобирали тут по кустам маленьких, видите? О, почистили дорогу. О, парни, когда вытаскивали, говно, смотрите.
Опа. А вот тут нужен дифференциал. Вот он мне нужен. Опа. И все, выдержали. Ладно, берем, ребята, поднимаем лопату, все это прикольно. Обзор писать можно, блин, не знаю, сколько времени. Раз. Вот, еще раз щелкну, как вы делаете. Осталось. Ну, сколько я поехал. Так. У нас уже скрин. Погнали, ребята, за телегой. То есть все нормально, ребята, теперь карту можно намного быстрее пройти. На целых нормальных дисках, ребята. У кого, наверное, комп слабенький, ребята, будет туговато, конечно. Я думаю, что поиска будет там подпровисать так. Кипить. А так, давайте на нем тут пожарим. На 7-й передаче пятаки покрутим. Все, ребята, смотрите. Все в адеквате. Право, лево. Гусли огонь. Резкий поворот. Вперед, назад, ребята. Гусли не слетают, я говорю, дрюкал. Бревно загонял туда под траки. Нифига не снес. Так, ладно. Давайте займемся делом. Так, вот так тут. Рулевка тут тебя вот. Видите, вот подогнать кого-нибудь. А, вот диф он можно сейчас. Чуть. Он стоит прямо. Все. Так, диф убираем и вот так вот делаем. Ну что, в дом прицепиться. Все, ребята, подцепили. Ногу убираем. Подставку так. Тройка, четверка. Все, парковочный опор убрали. Также, ребята, все скидывается. Все, ребята, загружается. Видите, без проблем вообще, без всяких. Ну, погнали все. Погнали, проедем. Давайте маханем по дороге. Ребят, первые адекватные гусли. У нас, по крайней мере, в общаке. Авторы, естественно, молодцы, парни. Но лопаты, конечно, могли бы и прилепить какие-нибудь. Пришлось тырить эту лопату с другого трактора. То есть все офигенно прет, все едет. Все. Красиво, весело, задорно. Все, как говорится, чики-пуки. Также, видите, скобильник тут присутствует. Идет, наверное. Такой скрин. Все, погнали дальше. Все, как говорится, без проблем.
Ну, знаете, помедленнее, но переключайтесь на этот, на полушаку. Он будет ехать помедленнее. Не как на седьмой. Кому врать ему, это вообще ехать на помедленке. Так, сейчас нам надо как-то к тому тракту подъехать. Чтобы окончательный скрин сделать. Ребята реально адекватные трактора. На гусеницах. То есть они уже были на гусеницах, но эти парни постарались, подмастырили что-то, подделали, пачки имбирили какой-то, и все нормально заработало. Так что все, ребята, карту можно даже, можно там какие-нибудь камушки погрести, кому-то нравится. К управлению привыкнуть можно, как бы я вот пока днем его гонял, сейчас уже как бы ночь, ого, 5 утра. Так что вот, как всегда, ночной обзор у нас получается. Давайте лопату подопустим, наверное. Да, хоть просто подвисает, конечно, но, как говорится, хоть так, но уже. Блин, сейчас заводитель вполне юного. Ну что там заводишь-то, юного, такой долгий. Он запустился. Скач. Причем, смотрите, сейчас он раз там рукой пошевелит. Как будто переключает. Видите? Опа! Оп! Молодчага! Колокольник наш дорогой. Погнали! Скоро комбайны тут запустят. Будем рожь убирать. Сейчас мы, ребят, для скрина подгоним. Ух! Тачка зверь. Сейчас еще прокину через редактор, ребята, сделаю билборд на него. И в принципе все. Ссылочка будет под видео и в группе, на канале, короче. В принципе, видите, я уже прикатался, конечно. О, блин. На-ка, получи. Сейчас мы ремонтируем. Даже не помню, что произошло. Что-то произошло, короче. Так, все, вот мы его отремонтировали. Ребята, вот такие два красотульки будут иметь. Делаем скрин. Так что вот, ребята, получается вот такой обзор. Так, вот уже глушить его. Такой обзор у нас на ДТ-75 и на Т-74. Адекватные путевые гусли. Установочку смотрите в начале видео, как правильно поставить. Не забудьте сохранить, если есть у вас Pentairus Plus свой, чтобы его потом не снести, потому что будете потом убирать эти же все файлы, которые закинули, да? Значит, через папку медиа все это делает, через корневую папку. Все сделайте в обратном порядке. То, что закинули, уберете, свой Pentairus Plus обратно запихнете, и все, будет вам счастье. Еще раз повторюсь, ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Ссылка на мой будет под видео на канале и в группе, в разделе товаров. Естественно, розыгрыш осталось 40 человек до 1000 подписчиков у меня на канале. И по истечению 1000 подписчиков будет разыграна игра с Pentairus, лицензия, ребята, стимовская. Для тех, у кого нет именно лицензии, будет она дариться через Steam как подарок тому, кто выиграет. Так что имейте в виду, у кого стоит уже здесь стимовская лицуха, да, тому я не смогу подарить, поэтому имейте в виду, в основном для тех, у кого
как говорится, еще лицензии нет. Так что, ребята, с вами мой драйвер 51 Рус. Обалденные трактора, авторы и кто там починил эти гусли на этих тракторах. Тоже обалденно, еще бы FPS срубили, вообще было бы все классно, чтобы они не подглючивали. Так что качайте, ребята, офигенные трактора. Все, всем пока, всем удачки. Качайте, наслаждайтесь тракторами.